Здравствуйте! Сегодня приготовлю маринованные рулетики из кабачков на зиму. Для этого мне понадобятся кабачки, морковь свежая, перец болгарский красный, сахар, соль, приправа, уксус. Кабачки ровненько в размер убираю в доножку. Беру вот такую овощечистку и нарезаю слайсами. Первые два слоя снимаю и нарезаю такими полосками. Сколько нужно будет таких слайсов, зависит от нашей банки. У меня банка литровая. Это основа наших рулетов. Следующий слой у меня будет из моркови. Я также морковь убираю кончики. Беру такую же эту овощечистку. Первый слой снимаю моркови. Следующий слайс будет в начинку. Следующий у нас получается болгарский перец. Убираю плодоножку, семенную коробочку. Банка стерилизованная. На дно я укладываю подготовленные рулетики. Сейчас мне нужно согреть воду, чтобы она закипела, и на раз баночку залить. Готовим мы эту закуску без стерилизации. Дважды заливаем кипятком, сливаем и варим маринад. У меня вода закипела. Аккуратно заливаем кипятком готовленные кабачки. Прикрываем. 5 минут ждем. Теперь нужно эту воду слить. У меня специальной крышки не оказалось. Я сделала вот такую с дырками. Ножом пробила и тоже подойдет. Двукратно второй раз заливаю также кипятком. Прикрыла. Пока стоит банка с водой, будем варить маринад. Вода 750 миллилитров. На это количество воды столовая ложка соли, столовая ложка сахара и приправа для корейской моркови. 1/4 столовой ложки. Доводим до кипения. Со специей провариваю пару минут. В состав специй входит и молотый кориандр, и сушеный чеснок, и красный, и черный перец. Поэтому заправочка будет остренькая. Сливаем банку. Заливаю готовым маринадом.
На литровую банку я беру чайную ложку уксусной кислоты 70%. Теперь нужно плотно закрутить крышку, перевернуть, проверить, чтобы не подтекало, и оставить до полного остывания баночку. Рулетики из кабачков на зиму готовы. Приятного аппетита!